Для того, чтобы снять панораму 360 и удивить своих друзей и подписчиков в Фейсбуке, совершенно не обязательно иметь 8 камер GoPro, хитро состыкованных в особую конструкцию. Для этого вам может понадобиться всего лишь один планшет и установленная на нем программа Google Street View. Для начала вам нужно открыть это приложение и снять панораму, следуя инструкциям этого приложения. Приложение вам показывает желтые точки, которые вы ловите в беленький кружочек. По сути, приложение вам самостоятельно подсказывает, что и с какой плотностью снимать. И пока вы полностью все, ну вот я не знаю, как правильно говорить, 360, потому что мы же все-таки снимаем не 360, а прям 720. 360 по горизонтали, 360 по вертикали. Ну вот такую круговую объемную. Поворачиваемся, лучше снимать по очереди, никуда не торопясь, следя за там желтыми, оранжевыми точками. Оранжевые точки, конечно, можно сказать, что это специально для нас они были сделаны оранжевыми. Но может быть и нет. Итак, мы сканируем планшетом пространство. Надо сказать, что лучше для панорамы 360 выбирать очень красивые места. Многие люди делают панораму своих офисов, как будто панорама офисов вызывает какие-то эмоции. Вот в данном случае вот мы находимся в Южно-Сахалинске на обалденном холме Сопки. Я не знаю вообще, как назвать-то эту красоту. Мы видим город, видим туман, лес. Если бы облака развеялись, мы бы даже увидели море. И вот, когда мы засканировали полностью все пространство, мы нажимаем кнопочку ОК, и приложение начинает закачивать себе эту панораму. Мы ее сохраняем в фотоальбом и затем уже выгружаем в Facebook. И Facebook сам распознает эту кривую фотографию. Вы ее когда посмотрите, она не так красиво выглядит, как вам хотелось бы, но это нормально, это надо просто перетерпеть. И когда вы загружаете эту кривую фотографию в Facebook, он уже ее распознает как объемную. Причем фишка в том, что это не просто там, когда с планшета, с мобильника смотришь на такие фотографии. То есть нужно вот так вот ходить, водить, как будто вы находитесь на этой сопке вместе с нами и смотрите на этот прекрасный вид. Так что выбирайте очень красивые места, снимайте их с помощью простого одного приложения, одного планшета, и будет вашим подписчикам счастье.